Татьяна Догилева – знаменитая российская актриса театра и кино, слава которой пришла еще в молодость, после появления в картинах знаменитых советских режиссеров. Позднее артистка нашла себя в режиссуре, но продолжила появляться на экране в сериалах и полнометражных лент. На первом курсе вуза у Татьяны Догилевой вспыхнул роман с однокурсником Юрием Стояновым. Оба вспоминают о романе с теплотой, отмечая, что это была скорее мимолетная страсть, нежели любовь. У актрисы было два официальных брака. Первый раз москвичка пошла под венец в еще юном возрасте, сразу после окончания института. Но в то время работа полностью поглотила Татьяну. У нее не было времени на то, чтобы заниматься своей семьей. Поэтому уже после 3 месяцев супружеской жизни решила подать на развод. Второй раз исполнительница стала женой петербургского писателя-сатирика Михаила Мишина в 1990 году, а в 1994 у семейной пары появилась прелестная дочь Катя. Сама Догилева признавалась, что сильно любит своего ребенка, иногда даже чрезмерно. К сожалению, каким бы счастливым ни оказался союз Догилева и Мишина, быть вместе они так и не смогли. 18 лет совместной жизни завершились разводом. После распада семьи у дочери Екатерины Догилевой началась анорексия, которую удалось победить только спустя 2 года. Позднее девушка переехала в США, где окончила Американскую академию театрального искусства и стала актрисой. Со временем между экс-супругами восстановились исключительно дружеские отношения.